Радость пришла, когда уже устали ждать. Жители улицы Лысогорской Нижнего Новгорода каждую весну на протяжении 10 лет тонули в лужах из-за отсутствия здесь ливневой канализации. Проваливались в ямы глубиной до метра, писали жалобы во всевозможные инстанции. Нас серьезно подтапливает, помогите. Причем вода здесь разливалась не только во время паводка, а после каждого дождя. Когда дождь или снег тает, здесь постоянные лужи. Ямы образуются из-за этого. И номера люди теряют постоянно. В администрации Нижнего Новгорода говорят, что не занимались этой проблемой не потому, что не доходили руки, а потому, что не могли решить земельный вопрос с кстовской администрацией. Отныне подтоплений ни талыми водами, ни дождевыми не будет, уверяют чиновники. На Лысогорской построена система лотков, перепадных колодцев и откачивающих насосов. Определились с затратами. Сумма небольшая получилась, порядка 2,5 миллиона рублей, которая дала возможность решить эту проблему раз и навсегда. Теперь, говорит Сергей Миронов, осталось отремонтировать саму дорогу. Больше того, администрациям районов поручено сформировать реестры всех проблемных улиц, чтобы обустроить там ливнеотводы. Когда-нибудь и на вашей улице будет праздник. Ксения Долинова, объективно, ННТВ.